На чемпионат съехались не только лучшие спортсмены из Астаны, Алматы, Караганды, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и других областей, но и начинающие каратисты, делающие свои первые шаги в большом спорте. Как отметил вице-президент Федерации карате Жасталап Санаов, основная цель чемпионата не только определить сильнейших, но и дать возможность начинающим посмотреть на выступления именитых спортсменов. Молодому поколению есть возможность посмотреть, как выступают спортсмены высокого уровня, которые представляют нашу республику на чемпионатах мира, Азии, азиатских играх. В последнее время значительно растет уровень мастерства девочек, отмечают как тренеры, так и судьи соревнований. По прогнозам руководства Федерации карате ДО, скоро представительницы Казахстана будут успешно выступать на престижных турнирах. Отмечают специалисты и высокий уровень наших южно-казахстанских спортсменов. Уровень соревнований очень сильный. Почему? Потому что сейчас от каждой области выросли очень сильные спортсмены. Если раньше было только Шымкент, Алмата, там, Астана, сейчас все выросли. То есть тот же Байконур, та же Жамбульская область, тот же Актюбе, тот же Мангыстауская область. Все на высоком уровне. И каждый бой он можно считать как финальный. Южно-Казахстанская область, она всегда на передовых уровнях. Почему? Потому что среди, например, в сборной РК среди взрослых костяк состоит из Южно-Казахстанской области. Чемпионат Казахстана в Шымкенте прошел на хорошем уровне, а лучшие из лучших увезли с собой не только медали, но и призы от генерального спонсора торгового дома «Технодом».